сюда. Татарина, сними, пожалуйста, и спросит человек. Примите опять сепаратиста главного. По украинским пидорасам. А давай, погоню уже, блядь, давай. Давай, давай, красавцы, пошли, пошли. Ну, бобрики, давай. Давай, 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 бобры. Бобры молодцы, давай, давай, давай. Крайний пошел, крайний, давай, давай. На съеб, на съеб. Работаем, парни, работаем. Будет наша победа, блядь. А как же, блядь? Красавцы вообще, молодцы, порадовали папика. Видал? Хуярим, блядь. Макс, пусть снимет зал. Весь вид танка одна. Смотри, у меня
Та я дивлюсь, дивлюсь. Я йду за тобою. Дивись, де танк, а де башня. О, танк. А ось де башня. Дивись, башню нахуй підкинуло, блядь. То ще ж на відео знімаю. Слева направо палец. Точнее справа налево. Почему? Это обычно или это как это каждую ночь? Зажигательный звук. Я спрашиваю. Ну здесь это обычная ночь или? Каждую ночь так валят или нет? Ну вот на днях тоже есть. Они аж асфальт валят. Он авто... А сколько метров это от нас? Метров 200. Это значит, что следующий возможен быть здесь. Возможен, да? Ну, утром можете посмотреть последствия. Если хотите, можете пролезть на... Оттуда вид вышел? Ну вот, смотри, сейчас ты пройдешь. Ну, он не глубокий такой. Ой, километр, вон, 300 метров. 300 метров отсюда бьет. Максимум. Да. Вот это вообще близко было. Да-да. Ну да, метров 200-300. Ну, вон, сами видите, что рядом падает. Угу.
А завод он удерживается кем-то или там вообще никого нет? Стены? Ну да, само помещение вот. Ну как, оно уже прожигает, оно может крышу спалить. Не, я имею в виду, там есть кто-то из нас. Ну завод уже пустой, тут люди не работают. Угу. Куда ж тут работать, тут уже все это разгромили. Вон еще пошла. Что это? Это фосфорная мина. Ну, зажигательная. Ну, это на земле сразу загорелось. Говорю, вот это, что упало, она сразу на земле загорелась. А куда они стреляют? По заводу, по нам они пытаются попасть, сбить наши позиции. Слушай, а что это за... Вон еще. Утро можете потом посмотреть, что там произошло после них. Смотри, видишь, как они идут? Они вот это откуда начали, и вот так вот полоской все палят. Слева направо палец. Ну, он им, скажи, что. Угу. Точнее, справа налево. Ну да. По одной траектории он там справа налево все выжигает.